Нашла классный лайфхак, как сделать цветные стрелки, если у вас нет цветной подвод. Берем любую палеточку, самую дешевую или никсовскую. Сейчас отзеркалю, чтобы смотрели прикол. Короче, хочу себе вот такие вот стрелочки. Беру любую картонку или зеркальце, или что-нибудь, плоская поверхность. Плоская поверхность. У меня такие шутки сегодня смешные. И я, вот этот цвет, и кривая вот так вот, Видите? У нас немножечко выскользнулось. Дальше берем любую эссенцию, тоник за 100 тысяч рублей. В моем случае это просто водичка. И брызгаем на вот наш... Не знаю, как пошутить. Так, брызгаем, видите, оно становится жиденькое. Теперь мы берем нашу кисточку с тремя волосинками. И вот так вот. Интересно, сработает ли? Что-то я много воды нанесла. Еще можно больше зума сделать. Можно. Да. Ну и смотрите, ну и чем не художник? Так вот берем и рисуем. Вуаля, смотрите, какая милая, приятная стрелочка, не правда ли? Не то что я.